В своей работе за прошедший год отчитала службу по охране объектов животного мира. На данный момент на территории региона действует 35 охотхозяйственных соглашений. За 2013 год 11 охотхозяйственных соглашений было прекращено и 3 новых заключено. Новшество этого года – проведение охотустройства. Необходимость этой весьма затратной и трудоемкой процедуры определило федеральное законодательство. На 5 миллионов рублей проектным институтом будут проведены работы на обоснование схемы размещения, использования и охраны охотугодий. За последние годы это одна из самых крупных трат региональной казны на нужды службы. Служба планирует, что к концу 2016 года Ивановская область получит научно обоснованный документ, позволяющий планировать охотхозяйственную деятельность и обеспечить рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории нашей области.